Всем привет! Мы на канале Питомка 2. Сегодня попал первый снег. И что это значит? Надо утепляться. Надо утепляться? Да, милаш, ты права. Смотрите, какая погода. У нас в Харькове уже пошел первый снег. И Милану нужно утеплить. Да? Пойдем утепляться? Да. Пойдем. Ты мне дверку держишь? Да. Спасибо. Ку-ку. Ты прячешься от меня? Я тебя нашла, гномик. Ага. Я тебя поймала. Что ты такая вся красивая? У кого был день рождения в школе сегодня? Сегодня был у Яркой, я просила. И кем ты была? Ему 4 уже. Ух ты, посмотрите, ребята. А ну-ка покажи. У нас здесь кошечка. Мяу. Мяу. Кошечка, мяу. Что ты ешь? Жвачки. Напишите нам в комментариях, вам мама разрешает жвачки? А тебе мама разрешает жвачки? Mm-hmm. А где ты берешь их тогда? Не знаешь? Mm-hmm. Какая ты хитренькая. Ну пойдем, кошечка. Пойдем, кошечка. Что? Давай. Ты что, съела все? Нет. А что тут ничего тогда нет? Ку-ку, где? Кто съел? Ужас какой. Пойдем, Милаш, а ты в моде разбираешься? Я покажу, как я. Давай. Это что такое? Это ты показываешь, как ты умеешь прыгать? Mm-hmm. Прикольно это. Смотри, для девочек, которые гимнастикой занимаются, купальники, да? Ну, ты же решила бальными танцами заниматься, да? Есть купальник гимнастический. У тебя есть гимнастический купальник? Милаш, мы потом, когда на бальные танцы пойдем, мы в магазине все для бальных танцев купим. Помнишь, мы с тобой шорты покупали? Сейчас нам с тобой нужна тепленькая кофточка, которую можно будет одевать под комбинезон. Вот что-то в таком духе на фейсике, да? О, смотрим. Гном. Какого ты размера? Побежали папу искать. Что ты там? Помочь? Да. Можешь папу? Ух, у тебя, конечно, макияж супер. Так, меряем теперь другой цвет. Давай другой цвет померим. Маша, иди, тебя будем пробивать. Мы ребенка купили. Вот так вот детей покупают. В капусте? Нет. Ладно, пойдем. Все, покушала. Тебя можно теперь дома не кормить. Одевай курточку. Ух ты, у тебя очки такие крутые, розовые. Да. Класс вообще. Слушай, это такая фантазерка. Так, теперь зеленые очки. Теперь на зеленые очки. Ты не все показала, да? Не все номера. Ой, очки какие есть. Фиолетовые. Желтые, последние. А, еще вот этот остался цвет. Салатовый, да? Сама оденешь? Я буду одевать капюшон. Я хочу вообще-то... Капюшон? Угу. И... Я помогу тебе. Помогу тебе поправить куртку. Чё ты? Пойдем. Выходи. Что, снег потаял? Аккуратно, лужи. Да он еще, знаешь, сколько снега будет, Мила? Все впереди. Все твои снеговики, все еще будут впереди. Милаша, кого ты возьмешь с собой в дорогу? Чтобы скучно не было, да, Милаш? Нужно взять с собой друга. Новые игрушечки ты видела, вот эти классные? Мама! Что? Какие они все одинаково розовые, Милаша. Троллей много новеньких, да? Ну, мама, балерина, что ли, не балерина? Мама!
Что зайчик? А мне лучше купить вот это. Это, ну здрасте, это что, Дедушке Морозу письмо писала? Я Дедушке Морозу сказала на это. На это? Ну так вот, подожди, елки еще дома нет даже. Я хотела вот это. Ну хорошо, загадывай желание. Малыш, смотри. Два буду показывать, говорит, можно, 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 ты будешь выбирать, давай? Да. Годится такая игра? Да. Вот так, откуда начинаем? Что же взять интересное в дорогу? Так, так, так. О, мам, я нашла фонарь. Смешные рыбки, это рыбалка, да? Здесь еще свинячий патруль. Да, еще свинячий патруль, но неизвестно, что свинячий. Собачий патруль, да? Так. Красить, наверное, будет не очень удобно. Как ты думаешь, в машине? Нет. А здесь какой-то интересный наборчик вот такой. Правда, не знаю, что здесь. У кого такой был набор, ребят, напишите в комментариях. Что же можно взять с собой в дорогу? Есть. Магазин. Есть уже, да? Его можно разбросать. Правильно? Папа будет ругаться. Это запрет. Это неверный выбор. Есть такой доктор. Доктор. Есть такой. Как вариант, можно лечить брата в дороге. Это, в принципе, верный вариант. Мам, есть маленькая. Есть маленький пупсик, но он маленький, а стоит он очень дорого. Это неверный вариант. Смотри. Туфли. Верный вариант. Можно ехать и всю дорогу колдовать волшебной палочкой. Какие красивые богини. Это есть. Вот это верный вариант. Это можно играть, можно даже переодевать. Можно взять даже кучу одежды и в машине, в дороге переодевать, играть в модный дом. Вот это вся большущая полка. Это верный вариант. Эви, это верный вариант. Отрезалась ты не хочешь? Голова. Ее можно заплетать, но стоит она очень дорого. Это неверный вариант. Дорогу мы не берем. Запрет. Да. Идем дальше. Это все для Дедушки Мороза. Вот эта куколка. Нет, такая ягодка. Мы продолжаем нашу игру и выбираем не запрет. Они маленькие, но стоят они очень дорого. Вот так вот они стоят. Это нереальная цена. Это как бы для Деда Мороза. Вот он волшебник, ему нужно писать. Это запрет, потому что все это в машине будет валяться. В дороге. Посмотри. Я просто на Новый год. Да. Помада. Супер. Запрет, потому что все это закатится в машине где-нибудь. И да. Все, потеряется. Ты будешь снова надо, плакать. Какую-то малышку, да? Да. Какую-то малышку. Это можно. Можно эту белоснежку, да. А что это? Ну, это принцесса Диснея. Да, это Белоснежка. Вот еще. Милаш, вот еще с мультика снова. Вау! Вот еще какая есть Златовласка какая-то. Когда ты поедешь, вот красиво. Мы с тобой поедем да. В Дубай, я хочу, чтобы мне купила такое платье. Хорошо. Хорошо. Миланушка, иди и покажу тебе не запрет. Вот эти вот куколки не запрет. Вот новенькие. Вау, а это смотри, не запрет. Смотри, какой домик, не запрет. Не нравится? Итак, милаша, наступил звездный час. Нам нужно уже определиться с нашим выбором. Что же взять к нам дорогу? Возьми какого-то дружка себе, чтобы с ним было не грустно. Нету пепла. Может, разукрашки возьмем, будем рисовать? Нет. А что возьмем? Не будет удобно. Не будет удобно рисовать? Тык-дык. Тык-дык. Это пазлы.
Ваза тоже явно будет неудобно. Что ты посмотрела куклу? Нажми. Мам, посмотри, какой ребенок. Ух ты, смотри, может такого взять? Иди глянь. Папа будет очень рад, если он будет разговаривать. Класс. Мила, я в него влюбилась, в нее вернее. А я тоже, а я люблю. Клево. Это, по-моему, сестра Лунтика. Мы нашли сестру Лунтика. Ура! Смотри. Похоже на него. Мам, посмотри. Давай. Что, кто это? Это кошка. Куда она будет ходить? Ну, в туалет. Где мы его возьмем, если мы будем ехать? В лесу. В лесу. И что надо будет? Ее выгуливать еще? Да. Сестру Лунтика не надо будет выгуливать. Я тебе рекомендую. Это правильный вариант. У кого не дают? Вот. Понятно. Я хочу вот эту. Ужас какой. Это кошечка для загадывания Деду Морозу на Новый год. Ежик. Маленький ежик, а стоит как динозавр. Вот еще есть собачка. Чик-чик-чик. Кошка, что ты делаешь? Боже мой. Посмотри, я никогда не видела за такие деньги таких собак. Тройной запрет. Попугай. Я не знаю, что... Как ты думаешь, папа будет рад, если ты возьмешь попугая с собой? Нет. Мне понравился сестра Лунтика. Поднажимай на ручку ей. Она очень крутая. Ей можно даже платье одевать. Угу. Клевая. Так она еще поет с тобой вместе. Повторяет за тобой слова. А ну доставай коробочку. Клевая. Ух ты, еще есть вот такая. Посмотри. Давай, нам нужно собираться в дорогу. Утеплить тебя утеплили? Давай вот здесь ты хотела куколку. Давай куколку. Давай, наступил звездный час. Определяемся. Итак, кто же с нами поедет в путешествие? Показываю. Вот такая куколка. Как ее зовут? Катя. И это правильный выбор. Супер! Ура! Наконец-то мы выиграли путевку домой. Нас выпускают из Антошки. До свидания. Ух ты! Ю-ху! Супер! Супер приз! Подписывайтесь на канал Антошка ТВ. Всем пока-пока. И подписывайтесь на канал Старший Брат ТВ и на социальные сети нашего братика Даниила. Милашка там тоже есть.